медицинские работники – герои нашего времени. В это воскресенье люди в белых халатах отметили свой профессиональный праздник, который в нынешней эпидемической ситуации принимает особую актуальность. Традиционно в преддверии Дня медицинского работника в Солигорске чествовали лучших в своем деле. Тех, для кого это не просто профессия, а призвание. Церемония награждения прошла и в зональном центре гигиены и эпидемиологии, где сегодня трудится более 100 сотрудников. Профилактическая медицина занимает отдельное место в системе здравоохранения. К нам обращаются люди за тем, чтобы улучшить условия проживания, качество жизни. Наши методы контроля, надзора, конечно, не каждым нравится, но мы знаем свое дело. К празднику мы подошли с хорошими показателями. Мы держим марку победителей республиканского и областного смотров за 2020 год. В районе сложилась устойчивая эпидемическая ситуация. Из 74 нозологических форм инфекции, инфекционных и паразитологических заболеваний, не регистрировалось 52 формы. Ведется по плану работа профилактика вакциноуправляемых инфекций. На сегодняшний день привито более 8 тысяч человек в районе от ковид-инфекции. В ходе мероприятия никто не скупился на слова благодарности, искренние поздравления и аплодисменты. Поздравить медицинских сотрудников, которые вносят огромный вклад в санитарно-гигиеническое и профилактическое дело, пришла председатель районного совета депутатов Алла Калеева. Я всегда очень трепетно отношусь как к Дню медработника, так и к профессии медика, потому что на сегодняшний день профессия медика – это достаточно уникальная профессия, и медработником может быть не каждый. Это люди с таким сильным характером, достаточно жестким характером, и в то же время с, в общем-то, с огромной любовью к людям. И сегодня с уверенностью можно сказать, что медработник это не профессия даже, а больше призвание, потому что, ну, в общем-то, не каждый человек может стать медработником. Лучших в профессии наградили благодарственными письмами и почетными грамотами Солигорского райисполкома и районного совета депутатов. Ряд сотрудников был занесен на доску почета Центра гигиены и эпидемиологии. Церемония награждения сопровождалась песнями в исполнении сотрудников центра. Мероприятие получилось по-настоящему дружеским и душевным.